Добрый день, друзья! Это 27 февраля 2023 год. Это вторая часть будет. Может быть, третья часть. Я Староженко Владимир, мне 55 лет. Я бы хотел бы вам рассказать про возможности. С одной стороны, рассказать про возможности, а с второй стороны, застолбить вот это историческое видео. Это исторический момент, когда у меня очередной рывок за успехом. И я нашел очередную тему, да, не бросая старых тем, но сфокусировавшись на новой теме. И речь пойдет о финансовой программе BeFree. BeFree. И еще, смотрите, я хотел бы поделиться своими вот наблюдениями, видением. Я сам профессионал, да, 26 лет в сетевом маркетинге. В свое время был успешен, летал на самолетах. С большой сцены обучал большое количество людей, выступал на телевидении. Но крайние 2 года, сейчас уже 2023 год, я пошел работать по найму физически, потому что те торговые товарные компании с продуктами для красоты и для здоровья, ну, лично у меня, у других, может быть, они другими методами работают, и у них там все хорошо. Но лично у меня, тем более в условиях мирового кризиса, и тем более в условиях военной операции, вообще, вот крайний год, вообще все, понимаете, закупок нету по здоровью, хотя это спасало жизнь, да, и все благодарны были клиенты, но я прочувствовал, что у людей платежеспособность реально упала, и хорошо я вовремя изучил несколько рабочих профессий и купил немецкое дорогое оборудование, не буду говорить какое. После военных действий оно выросло в цене в 2 раза, да? И хорошо я нашел заказчиков, объект Минобороны, летний лагерь Суворовское училище, да? Я в свое время успел вот базу клиентов вот в этих рабочих профессиях наладить, да? Третий год я работаю в очень крутом отеле, машинистом котла, дают тепло, да? Вот. И то, что я сейчас в костюме, это моя старая спецодежда, которой я работал. Это моя спецодежда. Это мой бренд, да. Это получается дресс-код мой, да, 26 лет. Но крайние 3 года я наоборот выпячиваю, специально такое слово говорю, рабочую одежду. Ну, что работаю физической работой, грязной, да. Ну и более-менее она нормально оплачиваема, да. Потому что бонусы упали в тех компаниях, в которых я работал, да, вот. Ну, были бонусы по 100 тысяч рублей, это небольшие, с одной стороны, для сетевика, но для человека, который работает по найму, это большие деньги, 100 тысяч в месяц, да. Но, опять же, за эти деньги надо было летать, организовывать логистику, обучение там и все, да. Поэтому, друзья, я думаю, как назвать это видео. С одной стороны, что нужно для успеха, хотелось бы сказать. Я сейчас хочу сказать о таких вещах, таких, которые я вот сейчас осознал, будучи работая физически, да, общаясь с людьми, стараясь им донести тему, для них это фантастика. Но они имеют на это право, потому что они работают в другой, как бы, немножко реальности, да. Те люди, которые, допустим, летают на самолетах, там, востребованы государством там, или бизнесом, да, они тоже как боги, можно сказать, да. А кто-то умный, бывший начальник, а работает машинистом котла там или еще кем-то, да. Поэтому вот я и хотел об этом поговорить. Верю, не верю, да, как привлечь нового человека, да. Я считаю, что он ресурсен, а его жизнь придавила, и он уже не верит. Я ему говорю, что есть люди, которые зарабатывают за 24 месяца 118 тысяч долларов заработали, хотя начинали с 30 долларов. А человек не верит, говорит, не верю, не бывает, обман, мошенники, я пробовал, у меня не получается. Вот я хотел на эту тему поговорить. Значит, смотрите, я сейчас записал видео, хотя у меня новая флеш-карта 128 гигов, но карта телефона 95% была забита. И сейчас на 38-й минуте первая часть отключилась. Поэтому мне сейчас пришлось стереть самые крутые там три темы, видосы там по 50 минут, да, которые еще я не успел закачать в YouTube. Я вот пожертвовал, чтобы записать это видео. Значит, первая часть от 27.02.2023 было там, я сравнивал. Ну, давайте повторюсь, да. Вот смотрите, вам надо, вы поверили,
Вы увидели наставника, который вас сопровождает, у которого там миллионы заработка, да? И он протянул вам руку помощи. Вы начали своим знакомым говорить, что вот есть человек, он зарабатывает. Я новичок, я еще мало чего знаю, но я верю, и я вижу поддержку. И я задал вопросы. Те ошибки, которые я вроде как натыкался в других проектах, да, я был в авангарде, я старался, весел не бросал. И уже тоже почти сдулся, почти уже табуретка из-под ног вышла, почти уже стал сбитым летчиком. Но вот человек, я ему поверил, и я еще раз решил попробовать, да. Лучше попробую, получится, дай бог, и если даже не получится, но я испытал. Там, допустим, вот я еще раз решил рискнуть пол зарплаты, там, кочегара, там, 12 тысяч рублей, $150. Ну, потеряю, но зато я в движухе, у меня опять проснулась энергия, я опять стал мечтать, я опять там одел костюм, который не одевал уже там целый год, да, и хожу в робе в этой, потому что там, чтобы жене меньше стирать, да, и я, как вот достучаться, ты стучишься с глазами горящими, а тебя считают креатив, граничащий с неадекватностью, да. Вот об этом была первая часть моя, 27.02.2023 год, а сейчас по делу. Значит, я там выразил благодарность своему наставнику с Гербалайфа в 1996 году Оксане Голуб, которая меня познакомила с системой сетевого маркетинга. Я тогда был очень успешным охранником службы безопасности колхозного рынка. Через меня шли большие деньги. Я в руках единожды временно держал 35 тысяч долларов. Я даже людям занимал деньги, ну, помогал, сращивал. Даже процент не брал. Вот, но шиковали, имидж преуспевающего человека, жена похудела, Гербалайф, но минус 20 тысяч УЕ. Но шиковали шикарно, но зато обучение какое проходили, понимаете, в отеле Hyundai, там, нас обучал сосед Шварценеггера, там, с Америки, Леон Вайсбейн, там, 900 тысяч долларов у него была 13-я зарплата в 1996 году, почти без 100 тысяч, миллион долларов, только 13-я зарплата. В топ-100 у него было в 2015 году, я смотрел топ-100 лидеров, 270 тысяч долларов Леон Вайсбейн. Там Игорь Микибель, там, да. Потом после этого были криптовалюты, там запопадали мы на большие деньги, там бриллианты 0,25 карат продвигали, золотые слитки. Короче, 200 заводов России, там 37 академиков, компания Маджерик хотели прям Россию поднять, чтобы стать... купить вот эти вот инвестиции в этих заводах строящихся, привлекали деньги россиян вот в эти 200 заводов в России, чтобы эти построить, возродить Россию, да. Столько было всего. И дикоросы от Амур Биофарм продвигали. Уже начали замещать БАДы американские на российские. Но потом выяснилось, что нас использовали там Довгань Владимир Викторович, как одноразовый шприц, бросил эту компанию, продал там, соединил с другой. Сейчас вот привлекают в интеллект-коуч, Владимир, ты там прям такой хороший, давай интеллект-коуч, Владимир Викторович Довгань, мы тебя научим там, как улыбаться, как в настроении быть, как энергетику. Я говорю, друзья, у меня есть человек, вот вчера был на связи, Сергей Николаевич Верешкин, он меня научил и обливаться в 1998 году, когда прижало, и по стеклам ходить, и по углям, и ножи в живот цигун не втыкались, а там... И там врачеванием заниматься, там и там просто космос. Даже человек умер, уже скорая помощь его не взяла, я даже пытался его оживить. Такие техники были. Короче, друзья, о чем? Я хотел вам рассказать про финансовую систему BeFree. Как мы с горящими глазами бежим познакомить. У нас есть наставник с финансовым результатом несколько миллионов, а нам не верят. Вот я хотел об этом поговорить. Поэтому, друзья, смотрите, я вам весь маркетинг не буду рассказывать BeFree, но я вам расскажу те вещи, которые были для меня важны. А это только просто капелька из того, что дает компания BeFree. Значит, смотрите, я хотел показать в рабочей одежде, я еще до сих пор не провел себе водопровод, да, в своем доме, полдома у нас. И у меня страсть провести водопровод, джакузи там, ванна там, все дела там, все, машина пузырьковая там и все. Ну, для кого-то это будни, а для нас это как бы такие моменты. Но я сам таежник, поэтому, видите, жена в своем доме выросла, поэтому для нас это было как бы тоже нормально. Есть где там родители, коммуналки, там дачи, фазенды, поэтому все есть как бы, да. Но
Сам я вот хотел показать, как я 600 литров привожу канистрами в грязной одежде, в плаще от химзащиты, в резиновых перчатках, чтобы на морозе не намокнуть. Просто то видео отключилось, и я должен вам немножко рассказать, не просто голые цифры, а рассказать свои глубинные мотивы, почему я 5 суток, за 5 суток стартовал. Вот еще раз поблагодарю, я в том видео благодарил, но я хочу, чтобы в одном видео это было. Фанис Хабибулин, значит, он сказал, как стартануть за 72 часа, как построить основу бизнеса, найти вот этих ключевых людей, партнеров, с которыми построить международный бизнес. Но это другая тема, это я просто пример взял. И я решил стартануть в Бифри, я из 5 суток, из 120 часов, ну, вроде нормальный человек должен был спать 40 часов. Я спал сегодня 4 часа. И в те дни, двое суток вообще не спал, и в те дни там еще 6 часов, наверное, там по 20 минут, по полчаса, по часу. Короче, я увеличил свой старт в 4 раза. Я вам цифры даю, да? Я подготовился. Потом я достал доску, протер ее спиртом, потому что здесь был старый маркетинг другой компании, которую я люблю, и наставников я поблагодарил. Значит, не буду как бы уходить в дебри, но я поблагодарил Нину Леонидовну Новикову, Николая Геннадьевича. Я ждал звонок. Да, Тимофеич. Ну все, красавчик. Сейчас снимаю костюм и переодеваюсь в робу и ускоряюсь. Значит, я вас не задержу. Сколько я успею набрать, столько успею набрать. Я вас не обману, понял, да? Все, красавчик. Вот я ждал этот звонок. И почему я так долго говорил про водопровод? Я вообще хотел записать это видео в грязной одежде, и это была бы отправная точка. Но я бы вам не показал бы это на колонке, понимаете, наглядно. А потом за 15... Я пришел с ночной смены, 360 часов в месяц работаю. Я там объяснил, почему я там работаю, там иногородние останавливаются ребята в гостинице, которые из командировки, из находки из Владивостока перегоняют дорогие автомобили в Якутию, в Ижевск, там, в Екатеринбург, да, это как доступ к людям, чтобы экспансией заниматься, там, или парфюмерию двигать, или БАДы для иммунитета, которые спасают людям жизнь и продляют там не на неделю, на месяц, там, на года, на десятилетия, да. И вот, смотрите, друзья, но я все равно, так как я бежал, тратил деньги, вкладывался, рисковал, получал результат по продукции, но большой товарооборот не получилось сделать. И вот если структурировать грамотно возможности в интернете, не выходя из дома, то там есть у нас кэшбэки, там есть у нас криптовалюты, инвестиции, там боты всякие, там, да, товарные компании через всякие там автоматизацию, через воронки захват. И вот есть краудфандинг такой, касса взаимопомощи, которая разрешена 135-м законом Российской Федерации. Но я пробовал в том году кассу взаимопомощи, не получилось там по техническим причинам, неправильно люди писали электронную почту, там не все грамотные в интернете, там, но самое главное, не получился, были кураторы, которые нас сопровождали и выполнили бы за это нас работу, как вот Татьяна Николаевна сейчас мне это обещает. Но мы трафик людей не организовали. Я вам говорил, да, что в любой теме нужны люди. В армию пойти нужны люди. Значит, без дворника, без уборщицы тоже не будет предприятия существовать. На заводе нужны люди. Везде нужны люди. Поэтому в больнице нужны люди. Поэтому в кассе взаимопомощи, смотрите, в товарных компаниях, без обиды, пусть меня мои наставники только не ругают, я никого не унижаю. Но вот БАДы от 5 до 10% маржа, кто понимает, да? И с маркетинга от 1 до 12%. 12% это у тех, у кого уже есть тренар, 3 организации по 5 миллионов. Прикиньте, а как их сделать? Тут даже одну организацию по 5 миллионов не каждому дано сделать, да? Вот у меня самый большой товарооборот был 750 тысяч, но у меня было 150 человек в первом уровне, 11 уровней, 980 человек, но они не все, конечно, работали, но там было 81 человек, прям вообще классные продавцы, я покажу вам статистику, если успею, да. Но я сейчас, чтобы записать вот эту часть, мне пришлось удалить 3 крутых видео, которые я не успел закачать на YouTube-канал Староженко Владимир. Смотрите мой YouTube-канал Староженко Владимир.
Значит, по крайние 2 года я был в грязной одежде, говорил фантастические вещи, финансовые, денежные, потому что мои наставники зарабатывают, да. А у меня как бы не получилось такие товарообороты сделать по разным причинам. Хотя я трудоголик. И люди говорят: ну, Володя, ну если у тебя не получилось, то куда нам? Друзья, в BeFree я верю, что у нас получится. Потому что здесь 100% вывод денег. Потому что, смотрите, в разных матрицах там такого не было. В этой матрице есть. Если вывод здесь, да. Видите, я новичок, но у меня в рояль в кустах даже доска оказалась. Вы, да, не я не про себя буду говорить, а про вас, это такой психологический ход. Вы пригласили там или родственников, или сослуживцев, без разницы, и помогли им пригласить по 2 человека. Да? Видно, да? Вот. И когда закрывается семиместная, интегральная, не делящаяся матрица, это вот особенности BeFree, потому что Татьяна Романова говорит, что в предыдущей матрице, в проекте, она потеряла 100 тысяч долларов, да. Человек был, мог бы обидеться и не пойти больше в матрицы, но кто, как не человек, который знает все нюансы, пошел, так же я. Кто, как не я, мне говорят: Володя, да ты бы лучше бы внуку отдал бы эти деньги, да ты бы лучше бы жене бы отдал бы эти деньги. Нет, я лучше удочку куплю, пойду наловлю рыбы и в 100 крат и с внуком там, и с женой, и со всеми, да, и старые ошибки, долги какие-то отдам, про которые я помню, которые, может быть, не отдал, да, не отдал, и новых добрых дел много сделаю. Поэтому, друзья, смотрите, особенности BeFree, вот BeFree, да, BeFree, по-английски, по-русски, 43 страны разрешено, вот карта мира, да, смотрите, все у меня четко. Что, смотрите, даже вот этот человек, если не пригласил, если даже не пригласил 2, ну, программа не отметила, что это его приглашенные, но он попал вот в эту матрицу, и закрываясь 4 места, ну, допустим, вот я говорю, давайте о 150 УЕ, да, ну, почти 12 тысяч рублей, там еще 5 долларов за кабинет надо заплатить один раз на всю жизнь, да, то смотрите, 3 места, вот эти 150 УЕ, 150 УЕ, 150 УЕ, человек получает 450 УЕ, и 150 УЕ идет на реинвестицию в новый стол. И потом точно так же он. Но он не пригласил ни одного человека. Смотрите, но благодать от наставника, он дает ему... как бы, ну, наставник, да, там, коллектив этот, да, ну, человек одумается, проснется и заработает, да, включит свой потенциал. Он же получил, вложил 150, получил 600, да, смотрите, получил 600, вот, смотрите, шпаргалку я сделал. Из 600 450 выявил наличкой через обменники на свою карту банковскую любую, и 150 у него пошло в реинвест. Вот это я много раз переспросил своих наставников, вот этот элемент я вам хотел, этот страх убрать. Вот это видео от новичка, что, почему у кого-то получается, у кого-то не получается. Кто-то просто в авторитете, и за ним идут люди. Но мы совершили столько ошибок, кто был активен, да, что, ну, столько обманутых, что не идут. Вот этот элемент я хотел вам показать. Вот эта доска вся написана из-за ради вот этой фишки. Еще фишка, смотрите, есть разные входы. 30 УЕ. Если кого-то колбасят доллары, если кто-то насмотрелся телевизора, политики, что американцы наши враги, но они же нашими врагами только стали, это как бы год назад, да, вот. А до этого в десна целовался с ними Ельцин, да. Поэтому смотрите, друзья, и недвижимость все за гордость иметь, там, да, это был как бы показатель успеха, иметь недвижимость, дети за границей и все остальное прочее. Это вот сейчас только, да? Вот, ну, понятно, историческая обида, правда, защита своего, нашего, вот, страны, извините, волнуюсь, чести и достоинства, памяти предков, да, все нормально. И мне понравилось, чем американцы будут, если вот сейчас на 150 километров, да, артиллерию подтянули, значит, мы там разбомбим все на 150 километров. Мне это понравилось.
завезут на больший радиус действия ракет. Вот я показываю свои глаза, да. Вы знаете, я боялся убивать людей. Слава Богу, прошли лихие 90-е, и греха не совершил. И у меня до конца, вот я не мог. Были случаи, надо было убивать заслуженно людей. Я не смог. Вот, я говорю, лучше я получу по мусалу, но я вас убивать не буду. Вот, я защищался, меня как бы попинали, вот, там немножко потом оклемался я, вот, но я не убил их, вот, хотя у меня все были ресурсы, я подготовленный, честно, вот я смотрю вам в глаза, да, вот, у меня такой случай был. Поэтому, когда все, что касалось военной операции, у меня до конца не, вот здесь было противоборство. Ну как убивать? У меня много знакомых, и я знаю, из культуры, и балетмейстера, да, венгер, маленького роста, 90 лет с лишним его, да, талантливые люди. Сколько артистов с Украины, да, сколько культуры, сколько науки. Если вот разобраться, там и в космосе, и в обороне, ну сколько украинцев, да, там и были и авиазаводы, там и все, там и флот наш был черноморский, и все. Но парус поменялся, а потом же это же все равно все решится, да? А грех-то будет. Поэтому, друзья, ну вот когда я услышал, что если американцы будут 150 километров дальность ракет, и придется нам тогда двигать эту линию, защищать свои границы на 150, вы знаете, я бы пошел бы за это. За вот эту идею я бы пошел бы воевать бы. Вот за эту идею. Но у меня проблема, я если прыгну с бронетранспортера, я просто развалюсь на части, у меня очень большие проблемы с суставами, и на своем YouTube-канале я это говорю. Я вообще уже все думал, я помру. И вот благодаря БАДам компании Flight Research я восстановился. Но денег я там не заработал. Поэтому моя ответственность служить вам. И надо проконсультировать в красоте lambre.ru, проконсультирую. Надо проконсультировать в здоровье, я как профессор, и у меня в команде есть врачи. Смотрите первую часть, я там подробно это говорю. 27.02.2023 год. Я вас проконсультирую по здоровью. У меня наставники и там с миллионными товарооборотами. Но как нам? То, что у кого-то за плечами, да. А как? Вот важно, чтобы за мной пошли люди, чтобы за вами пошли люди, понимаете? То, что у кого-то мы не знаем, какие были ресурсы, какие были изначальные данные, понимаете? Мы не знаем. Но у людей получилось, но я с ними в дружбе. Если я позвоню, они свое время потратят на меня. Но теперь смотрите, еще такой момент. Вот вы работаете на заводе, вы работаете там на каком-то предприятии. Вот самый главный мозг, генеральный директор, вы можете к нему подойти и сказать: слышь, там, Владимир Владимирович, а расскажи мне, как ты заработал денег, сколько у тебя сейчас на счету денег, там, да, ну, обучишь ты меня, найдешь ты меня, ну, расскажешь ты мне, как мне тоже сделать это. А вы, допустим, кочегар, там, или дворник, или там газоэлектросварщик, да, или санитарка в больнице, да, подойдете вы к директору медицинского центра, там, допустим, многоэтажному, весь стеклянный, там, напичканный дорогой аппаратурой, вы подойдете, вот вы уборщица, там, или санитарочка, да, вы подойдете и скажете, ну, там, главврач, расскажи мне, там, о своем бюджете, как ты докатился до такой жизни. Ну, как, у вас вообще смелости хватит это сделать? Вот смотрите, и Татьяна Николаевна Булавчик мне рассказала и показала свои счета. 118 тысяч за 24 месяца. Да? Но она видела, как я 5 суток приглашал людей. Да? Раньше я изучал маркетинг-план, там то-то, то-то. А я ей поверил как человеку. И я вот эти 120 часов, 5 суток почти не спал. Да? 10 часов за 5 суток. И то только сегодня 4 часа. Я в этом разобрался. Маркетинг читают люди талантливые, да? Там вот есть маркетинг. Вот я вот так зарисовал, да, его. Вот так зарисовал маркетинг, да? Вот так зарисовал маркетинг, да? Смотрите, вот так зарисовал. Там есть, если вот из маленьких вот этих матриц складывается из 35 тысяч 280 тысяч долларов, да? Ну, переведите в рубли, кого колбасит доллар, да? Вот такой, да? Всего лишь 5 дней, да? Но я потратил, смотрите, чем я вам пригожусь. Я вот такие списки пишу. Из тетради
вот так спица в колесе, да, вот как колесо и спицы, это с кем я работаю по ночам в часовых поясах Москвы там, да. Не буду называть города, чтобы не подставлять людей, у них большие коллективы за ними, поэтому они еще думают, разбираются. Ну, времени-то мало еще прошло, неделю, как я в теме, да, 120 часов. Вот так я вам советую писать, да, списки. Можно писать списки вот так. Смотрите, табличка, да, список знакомых. Вот так табличку можно писать. Можно вот так рисовать списки, да, чтобы вы понимали, кто под кем. Смотрите. Когда мы кассой взаимопомощи «Фортуна» занимались, смотрите, это 5 на 5. Это 5 на 5, обои склеены. И я вот это расчертил тут 4000 мест. Кто куда, вот как пойдет, кто за кем, да? Смотрите, моя подготовка в парфюмерии 150 человек в первом уровне. Это я вот в центре, да? А это каждый мой приглашенный от находки до Москвы. Кого-то в самолете, кого-то в поезде. А потом, смотрите, вот из этого... Это первое поколение, 150 человек. Получается вот такое звездное небо, да? Под группы. И смотрите, допустим, один человек знамя подхватил, второго нашел, третьего, четвертого, пятого. И только у пятого человека, передаю пример Марине Львовне, да? 182 человека. И я... принимаю решение, кому помочь. Или в Уссурийске остаться. В Уссурийске остаться, да? Группа первое поколение. Первое поколение. Второе поколение. Из этих получилось вот третье поколение и четвертое поколение, да? А из них получилось пятое поколение и шестое поколение. Или в Уссурийске остаться и региональный семинар провести, да? Или поехать... в Биробиджан проводить обучение. Я принимаю как координатор решение, да. Но у меня вознаграждение от сети 100 тысяч, да. И вот на 100 тысяч надо и в командировку съездить, и в ресторан сходить, и подарки сделать, и какие-то акции придумать, да. Но потом я в ВАДы, там онкология, аутоиммунные процессы, я уже, получив результаты и ремиссию, я уже вот так это на компьютере сделал, подарок компании, маркетинг-план на 24 страницах, я уже вот так перенес. Но здесь от 5 до 10% маржа и условия, да, надо выполнить. 12 человек в первом уровне по 100 баллов, а из них 3 организации от 5 миллионов рублей. Тогда у вас здесь 100 миллионов рублей, и у вас вознаграждение 100 миллионов рублей вознаграждения. Но у вас должны быть квалифицированные 3 группы, а под этой должно быть квалифицированные вот 3 группы, да? А под ними должны быть квалифицированные 2 группы. Ну, не буду там говорить вам регалии, там генерал, там полковник, там майор, там лейтенант, ну, если так по военному, да? Там платинум, голд, International, президенты там. Да, тут все, 9 видов заработка, да, путешествия, путешествия по миру и продукт, спасающий жизнь. Но продукта надо съесть от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, если тяжелое заболевание, и хотя бы полгода. Есть такие деньги? Поэтому, друзья, смотрите, чтобы мои наставники не ревновали. Да, Юра? Понял, понял, все хорошо, выдвигаюсь. Спасибо, спасибо. Вот я о чем-то так долго говорил про воду. Если я сейчас продолжу это видео, значит, я придется мне потом в рукопашную возить 600 литров воды. Поэтому, смотрите, мы расставляем приоритеты. Послушайте Радислава Гандапаса, да. Он там, я вам скину это видео. Радислав Гандапас, стратегии, да. Между рисками, вот кто-то пошел на войну, как наши деды, защищать Россию, да. Суверенитет, суверенитет защищать. И честь и хвала. Просто страшно там. Без ног, без рук, протезы. Сколько погибло, да? Проходили Чечню, проходили Афганистан. Ну, это боль просто, это боль, да?
Потом люди выходят, придут с подорванной психикой, криминал, несправедливость, да. Хорошо, сейчас все обещают, все. Но после Чечни тоже обещали, после Афганистана обещали. Ну а потом видите, что произошло. Поэтому история повторяется, не дай бог. Поэтому призовут, конечно, пойду. Вот про Морозова профессора показывали. Он пацифист, он не может убивать. Но потом ему пришлось стрелять фашистов. Вот я не могу убивать, но не буди лихо, пока тихо. Поэтому смотрите, пока будем служить здесь. В чем я силен? Я на себе прочувствовал, как пробить вот этот стеклянный потолок, как пробить эту стеклянную недоверие. Смотрите, анализом. Люди не пострадают. Мне придется работать за них или за вами. Или наставникам приходится работать за людей. Нет условия. Да, есть условия пригласить двух людей. Но на первом этапе, вот до 150, до 150 долларов, это условие как бы пока лояльное. Дают людям почувствовать вот эти 600 долларов, допустим, 450 долларов и 150 долларов пойдет в реинвест. Я вот эту мысль хотел вам донести. И еще смотрите, приглашая много-много людей, вот у людей есть до 20 человек знакомых, да, много-много людей, они помечаются программой BeFree, что это ваши лично приглашенные. И смотрите, закон идет как нитка за иголкой, они пойдут за вами, просто другой фломастер не работает. Смотрите, и вот эти пустые ячейки, смотрите, вот место есть. Ваши люди, даже если эти люди не пригласили, эти люди будут прилетать из этого стола сюда. Из этого стола сюда. И как змеевик будут закрывать ваши матрицы, у вас будет быстрее закрываться матрица. И теперь, если что, мы можем еще обещать? Я хотел показать. Услышьте меня. По-моему, я как бы реально объясняю. То, что у меня в голове, я вроде как и успеваю проговорить. Вопрос, воспримете ли вы. Смотрите еще, что мы как координатор, как руководитель, если даже ваши приглашенные, я не попадаю в ваш стол, я своими консультациями, своими 24 часами, как Татьяна Николаевна, 120 часов, она уделила почти это все время только мне. Просто у нее 11 групп, там чаты, она уже высокий координатор, и она говорит, там уже все работает без меня. А новичку я уделяю. Но такому новичку, как ты, я душу в тебя вложу. А я ей сказал, я уже усрался в глазах своих знакомых, что я такой умный, начинал столько дел, клялся жене провести водопровод. Почему про водопровод я все говорю, да? Потому что сейчас вот поеду в рукопашную возить воду. И я запишу видео, и оно есть на YouTube-канале, как я с этими бачками бегаю, как я буду сейчас в грязной одежде, и как я буду... Смотрите, нужны ли деньги вам так? Законопослушные, по совести, мы никого не обманываем. Мы работаем даже за людей, понимаете? Они не пострадают. Мы просто, допустим, в чем можем... Ну, не то, что пострадать, что нам придется работать за них, нам же деньги нужны, и нам придется выполнять эту работу. Нам придется заполнять вот эти места в семиместной, неделящейся интегральной матрице. Интегральная матрица – это плюсовать и умножать. А были матрицы, в которых люди запопали, делить и отнимать. Да? Вот это проясните. 135-й закон Российской Федерации, мы работаем в правовом поле, что никто нас не подставит, никто инородным агентам не при бизнес не заберет. И что еще? Давайте смотрите. Про то, что мы... Я просто вошел на 150 долларов, 12 тысяч рублей, поэтому я про это и говорю. Можно меньше заходить. Татьяна Николаевна заходила с 30 долларов. И вот скриншоты у меня есть, да? Значит, смотрите, мой телефон, Стороженко Владимир, +7 924 124 24 44, с WhatsApp, с Телеграмом, +7 914 974 45 45.
кнопочный, громкий, слышали, как звенит, да? Это вот хоть я где, хоть в лесу, хоть на рыбалке, хоть 5 суток не спал, он мертвого разбудит. Посмотрите, победа над нацистами, 1945 год, да? Вот такой телефон у меня. Значит, что я еще не сказал? Как стартовать? Слова благодарности. Фанис Хабибулин. Смотрите, 3 важных действия в МЛМ. Как быстро начать зарабатывать в МЛМ? Решительность, скорость, настойчивость. Он стартовал, ну, не в этой компании, в другой, 72 часа. Он нашел вот этих ключевых людей. И еще, смотрите, даже вы будете работать, не будете работать, я буду приглашать людей. И даже не из этих списков. Я научился с новыми людьми просто познакомиться. Владимир, у вас есть пассатижи? Владимир, у вас есть отвертка? Владимир, помогите толкнуть грузовик, а то там нам надо машину вытолкать, нам надо уезжать. Мы все уезжаем в Якутию, да? И просто по-человечески поговорить. Со мной 3 часа проговорила Татьяна Николаевна. Она мне передала этот факел, как надо разговаривать. Не просто засыпать людей там видосами и смотрите, да? А вот поговорить. Я вот сейчас, смотрите, жена настолько боялась, что я опять деньги потрачу. Я вам говорил, да, про воду. Я заработал денег в тайге на водопровод. Но мне позвонили и сказали: Володя, 10 лет компании, приезжай в Москву. Жена говорит: мы уже воду хотели провести. Я говорю: мне надо, это мои друзья, мы дочку вырастили на этой компании. За честь мне в обойме в этой быть. В Москву прилетел, понимаете? Мне говорят: Володя, выступи от Дальнего Востока, ты нормально выражаешь мысль, и ты конкретный боец. И я на 1200 человек выдал эту речь. Сейчас, может быть, эта речь мне поможет вам подсказать, что я буду вам классным координатором, понимаете? Вот. А воду сейчас я пойду покачаюсь со скрюченными пальцами, в рабочей форме привезу. Вот. Слава тебе, Господи, что я одел пиджак. Вот. А сейчас я запишу в грязной одежде. А на моем YouTube-канале я еще кашу объект Минобороны 1500 соток, 15 гектар. Летний лагерь Суворовского училища. Но меня там воспринимают как личность. Генерал-майор Николай Николаевич, руководитель училища. Полковники, подполковники, старшины, прапорщики, курсанты меня называют дядя Вова, понимаете? А я такой кашу. До зарядки встал уже, начал косить, у них отбой, а я еще кашу. Я с фонариком кашу, вот с этим фонариком кашу ночью, прикиньте. И я знал, что мне Господь даст шанс реализоваться. Я думал уже на войну идти, честно. И вот дал шанс Бифри. Если есть у вас знакомые в ваших городах, послушайте их. Если я как-то до вас достучался, звоните мне. +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram. +7 914 974 45 45. Вот. А я нащупал, как надо. Я свою жену, у нее истерика была, что я опять деньги куда-то отдаю. Половина зарплаты кочегара. За 2 дня я ее вот нашел слова. Сейчас я девушке рассказал, она говорит: меня муж не поймет. Я говорю: давай с мужем будем разговаривать. Давай. Шаг вперед, 2 назад. Может, настроение поменяться. Вы можете пойти к своим знакомым. Вас негативом обольют. Вы сдуетесь, звоните мне. Я пойду до конца. Мне деваться некуда. У меня мечта, что я 26 лет поставил на ставку сетевого маркетинга. Мне сестра говорит: Володя, ты бы был бы замдиректора завода. Что ты уперся в этот сетевой маркетинг? Но они меня уже не переделают. Понимаете? Поэтому Бифри, если я сделаю, то и 4 лайф .com. Зайдите в сайт. Жизнь спасает. 4 лайф dv.ru. Жизнь спасает. Звоните. Хотите красоту? lambre.ru. Но это Франция. С 1774 года от производителя французские
номерные ароматы, но идет через Польшу. Польша сейчас враги наши по телевизору. Но не растут в России бананы и в Приморском крае, а французская парфюмерия признана во всем мире, что это классно, да, и крема французские классно. Ну что, надо, не надо, ламбре, деньги есть у вас? Здоровье, если в семье человеку сказали, все, онкология, все, можем потерять. Но американская, штат Юта, надо, не надо? А деньги есть? От 10 тысяч до, да даже до 50 тысяч ковид, даже до 100 тысяч ковид люди за месяц съедали в одного человека до 100 тысяч. Ну, жить хочет человек, эти монголы. For Life Research Transfer Factor. Есть у вас такие деньги? Поэтому, смотрите, be free, никого мы не перевербовываем. Мы тратим свою жизнь на вас, как на меня Татьяна Николаевна потратила 5 суток. И она говорит: Володя, давай я с ними буду говорить. Я говорю: Татьяна Николаевна, я вас уважаю. Они мне негативят, на хэ меня посылают. Я не допущу, чтобы такую женщину с таким результатом, которая с 30 долларов подняла людей до того, что ее вознаграждение 8 миллионов за 24 месяца. Это 300 тысяч в месяц. И то это львиная доля, еще один ноль, еще львиная доля, это крайние полгода, да? А поначалу это были деньги на каждый день. Есть программа, значит, 30 долларов, 75 долларов, 150 долларов. Эти деньги на каждый день. А есть мощные программы по 300 долларов, по 900 долларов, по 2700 долларов, по 800. Там немножко условия другие. Я не берусь это пока говорить, потому что могу чего-то напутать. Но что мне, какие истории я услышал? Человек, которая в Кэшбери потеряла авторитет, у которой были заводы-пароходы, из города стыдно было, убежала. Я не убежал. В 1998 году, когда был авторитет я на рынке у Уссурийске, за безопасностью смотрел, я впух на 20 тысяч долларов. Вроде насчитали 30 тысяч долларов. Львиную долю я отдал. Машину отдал, гараж отдал, много чего отдал. Просто по чести, не из-за страха, а по совести. Просто доллар был 2 рубля 35 копеек, потом 6, 18, 30. Вот военная операция была, 124 евро было, да, рубля. Я не убежал. Я прошел программу, благодарю Сергея Николаевича Верешкина, по углям ходить, по скалам там, все там, с собой, такие вещи вытворял. Бронежилеты хотел рекламировать, чтобы одевать, в меня бы стреляли бы, но мне сказали: калаш поломает тебя, даже с пистолета, с ТТ там кости поломает. Ты что, дурачок, что ли? Иди лучше в другом месте деньги заработать. Я вот даже на это хотел рекламировать. Бронежилеты у нас появились в 1998 году, потому что криминал начали отстреливать. Вот. Готовы вы? У вас есть такая закваска? Готовы вы работать? Стартовать 120 часов не спать. О чем Фанис Хабибулин говорит про другую тему. А ему говорят: фантастика. И присылают меня обмороженный череп. Ты дурачок, Вова. Жене отдай эти деньги. А я вот рискнул. 150 долларов. Be free. Касса взаимопомощи. Деньги на каждый день до 150 УЕ крутятся. И деньги на мечту. И еще смотрите, какую историю мне сказали. Вот я работаю на предприятии, не буду говорить, там много чего надо. Ну, возьмите хоть СТО, хоть мойку, хоть гостиницу, хоть завод, унитазы, ванны, половое покрытие, там отопление, газ или уголь, вывоз шлака, уборщицы, ресторан, персонал, продукты питания, посуда там, опять же, электричество надо платить дороже в 3 раза, чем в Китае. Водоканал надо платить там по 300 тысяч и более, да, расходы. Вышел на работу человек, не вышел. Поэтому для людей вот такого уровня, допустим, 2700 мне пример привели, это 205 тысяч рублей.
Люди сходили в сауну, или съездили на охоту, или просто пообщались, и просто 200 тысяч зарядили. Давайте, вот еще место осталось. 200 тысяч зарядили вот сюда, да? По 200 тысяч нашли таких же людей, для которых не проблема 200 тысяч. Но это же не следить за производством. И эти нашли по двух, в сауну сходили, или на рыбалку, или на охоту, да? И получается, человек назад получил с 200 тысяч 600 тысяч наличку вывел, и плюс 200 тысяч опять пошло с этого места в реинвест. Как вам такое? Прикольно? Вот такая возможность, BeFree. Звоните, я побежал. Просто каждую минуту, которую я с вами говорю, я уже наберу не 600 литров воды, а 400. Мне потом придется в рукопашную это возить со своими пальчиками. Вот. Друзья, благодарю наставников предыдущих Full Life Research и весь коллектив. Благодарю наставников и предыдущий коллектив Lambre.ru. Благодарю первую своего наставника Оксану Голубь за то, что она меня познакомила с этими системами 26 лет назад, Гербалайф. Кто весел не бросит, тот песню свою найдет. Что еще? Деятельность наша, друзья, называется консультативно-информационная услуга. Регистрируемся в налоговой и спим спокойно. Ну, кто созрел. Теперь смотрите, за 3 месяца 3 стола. Я беру даже просто по $150, как я сам. Он бесконечный стол, за деньги на каждый день. Крутятся. Вот эти столы там какие-то имеют ограничения, и они переходят на большие. Ну, как по ступеньке, с 300 на 900, с 900 на 2700, с 2700 на 800. Но они потом тоже закольцовываются. А вот стол 150, он постоянно закольцовывается. И получается, смотрите, если вы 100 тысяч в месяц вам надо цель, это получается, надо 3 стола закрывать. Это получается, вы 12 тысяч зарядили, а на выходе 34 200 получили налом, и 12 тысяч пошло в реинвест. И так 3 раза. Вот вам 102 600 рублей. Вот, давайте вот так. Вот так, да, смотрите. 3 стола. Вот вам... за 3 места $450. Вот деньги выводятся вот с этой. Вот один человек здесь, 2 человека, второй уровень, третий уровень, 4 человека. Семиместная интегральная неделящаяся матрица. И все. Вот это отработали и новое. Отработали и новое. Если у вас много личников, то ваши личники пойдут за вами в следующие столы. Эти люди, которые попали с вами в стол, они просто счастливчики, потому что вот ваши личники, они идут за вами как нитка за иголкой, и алгоритм закрывает вот слева направо вот так, а потом пойдет закрывать вот так. И чем больше у вас личников, вы умеете работать с людьми и любите людей, то те люди, с которыми вы попадете в столы, они просто счастливчики. Понимаете? Если вы много-много-много приглашаете людей. Вот эти позиции. Поэтому если у вас цель 102 тысячи в месяц, то вам нужно поработать с людьми. Вот я кочегара, хожу на работу с ноутбуком, да, ну и в телефоне. Через VPN устанавливаем приложение, да, и там одна ссылка для всех. И только пишем логин, переписываем его с банковской карты английскими словами, Gmail-овская почта или Mail-овская, да, потом при Perfect Money приложение, да, несложно, паспортные данные не надо, фамилия, имя, отчество, все. Если кто-то не умеет, вот как я, наставник все сделает. Вот такими фишками я хотел поделиться. Консультационная информационная услуга. И еще, помните, я вам рассказывал, что когда пришел с тайги в первой части, выключился телефон, да? В первой части. Когда я пришел с тайги, я нарвался в Ютубе, что там человек апробирует какую-то матрицу, да, какой-то алгоритм, ну, он программист, и ему нужны просто простые люди. И вот он с пробежки, с лабрадором, видик такой, может, кто видел его,
Как потом выяснилось, это брокерские счета. Туда надо зарядить 250 долларов. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Кто-то играет за 1000 рублей и с рулетки в телефоне вытаскивает 7000 рублей. Я вчера с парнем общались. Мы вчера работали с ним раньше, да? Антон, большое тебе спасибо за эту историю. 1000 забрасывает, до 7000 выигрывает, да? Но... А здесь люди, здесь все 100% распределение идет. Просто помните, как мы в СССР работали, вот, допустим, мы бригада грузчиков, мы по 1000 зарабатывали. По 500 рублей мы скидывались, и в шапке кто первый достанет. Вот нас 12 человек, 6000 рублей, да, на кону. Сегодня я первый вытащил, тогда мне прикольно. Потом зато я 12 раз отдаю по 500 рублей, ну, отдаю. Но зато я сегодня получил 12 тысяч рублей. Ну, небольшие деньги, ну, можно купить какую-то вещь. Ну, может быть, кому-то надо, кредит заплатить, да, вот. Или бухгалтера, кто-то там в армии работали глобально, письма счастья писали. Только здесь точно такой же алгоритм. Вспомните, донесите это человеку. Здесь никакого обмана, мошенничества нету. Выживать надо. Как раньше дома строили после Второй мировой войны, бригада плотников объединялась, сегодня мы тебе с дом построили, потом завтра второму, третьему, четвертому. И так всегда было. Так строилась Киевская Русь и Москва. Один пришел, но чтобы он привел друга, ему давали лес, освобождали от оброка, давали ему зерно. Также воевало войско Чингисхана организовать коллективный бой. Да? Кто научил 10 бойцов, десятину получал. Кто 100 бойцов коллективному бою взаимодействовать, как коллективное братство, да, сейчас... От 100 человек обученных получал, ну, разграбленное, как это называется, когда... Или 1000 человек, тысячник, да, понимаете, к чему я клоню? Ну, у генерала же или там у командира полка больше зарплата, чем у взводного же, правильно? Поэтому и вот так. А здесь мы все в равных условиях. Только нужны люди, кто будет заниматься консультационной информационной деятельностью. Кто будет координатором. И условно, вот возьмите, как я вот координатором был и есть в парфюмерно-косметической компании. Вы в центре, вы мозг, вы в личном кабинете это все есть. Это не надо рисовать в рукопашную. Это все есть история в личном кабинете. Be free, мы говорим, да, финансовая программа «Деньги на каждый день» и «На мечту». И вы, как я, помните, говорил, я принимаю решение... Куда мне ехать? В Биробиджан или в уссурийский семинар проводить? Где товарообороты? Потому что у меня отчетность, у меня ведомость. Декабрь 2010 года. Вознаграждение 55 721 рубль. Ну, после миллионов как бы скромно, но у меня сейчас 25 тысяч зарплата кочегара. Но 360 часов в месяц, сутки через сутки. Ну, кто-то говорит, что... Жесткий график. Сутки через сутки. 360 часов. 25 тысяч. Смена 1650 рублей. Хотя я знаю кочегаров, у которых смена 3700 рублей. И у них отпуск 46 суток. И молоко им дают. Но мне выгодно, потому что мне надо рядом с домом быть. Жена. Мы прошли как бы заболевание, поэтому мне надо быть рядом с домом. Частный сектор. Печка. И я не могу далеко сейчас... ездить, суставы там и все остальное прочее. Поэтому 55 тысяч парфюмерия, допустим, БАДы тоже там сколько-то, хотя у моих наставников там 1,5 миллиона вознаграждения, Full Life Research, да, это я вам говорю, что отчетность все есть, допустим, или, допустим, ноябрь 2012 год, да, там, допустим, 31 тысяча парфюмерия, 874 рубля. И я это со своим, это я про мышление координатора, да, что я вам. Я это в рукопашную все рисовал. Смотрите, вот эти, из вот этих ведомостей, из вот этих месячных ведомостей, да, программисты просто обалдевают. Говорят, ничего себе, ты компьютер просто, башка у тебя. Я это все это по месяцам писал, за год, годовой отчет. Вот у меня жена бухгалтером работает, больше двух десятков ТСЖ курирует, да?
Поэтому у нас задатки есть. И так, да. Вот такие отчеты. Я это делал в рукопашную. А в BeFree матрица семиместная, интегральная, не делящаяся. Она все сама делает и выводит денег. Единственное, человека зарегистрировать, помочь ему с возражениями разобраться, прояснить это все дело и помочь с его окружением, там, мужу объяснить, чтобы палки в колеса жене не вставлял, жене объяснить, чтобы истерики не закатывала, да, если муж начал, хотя до этого водопровод не мог провести 8 лет, да. Вот как-то так, друзья. Стороженко Владимир, Господи, благодарю Тебя, что камера не выключилась. Господи, благодарю Тебя, что все получилось. Все, помчался, снимаю я костюм. Значит, установить надо в компьютере или на телефоне VPN, или Голландия, Нидерланды, или немецкий. Но есть не за деньги, бесплатные, да? Регистрируемся, спишем в списке знакомых. Вот так в списке знакомых пишем, да? Чтобы принимать решения двумя полушариями мозга. Как спица в колесе, да? В телефоне у каждого по 200 человек, наверное, есть, да? Выбираем межгород, с кем мы ночью работаем, с кем мы днем работаем. Выводим на наставника, наставник поможет, покажет свои чеки, скриншоты из своего личного кабинета. Значит, электронную почту, надо будет электронную почту хотя бы на первых порах, хотя бы майловскую, потому что придет письмо, и вы должны нажать кнопку подтверждения. С банковской карты английскими буквами переписываем, как вас звать, и фамилия, имя, отчество, придумываем логин. Вот я Стороженко. У меня коротко сторож логин, да, 368 там, допустим, значок нашей группы там, допустим, да, пароль. Вот ничего сложного, друзья. Смотрите, те люди, помните, я вам говорил, кто имеет предприятие и у которых есть финансы, для них 200 тысяч просто вложить, да, 200 тысяч, если у вас такие знакомые есть, 200 тысяч вложили, их незнакомые повторили, два человека, и у тех два знакомых по два человека. И им возвращается 800, но наличкой 600 и на реинвест 200. Вот такая схема, как вам? Если вам как бы не цепляет 12 тысяч рублей, не цепляет, если 34 тысячи рублей за месяц, там, допустим, 102 тысячи рублей, если для вас это детский сад. Ну, давайте тогда посчитайте для очень людей, которые крепко стоят на ногах, 8100 это 615 600. Давайте зашли 16, ну 600 тысяч, скажем, 600 тысяч, два человека по 600 тысяч, и потом вот от них по 2, это 4, да, 600 тысяч на 3, 1 800 000 налом и 600 тысяч на реинвест. Ну, там есть свои тонкости, я в них еще не разобрался. Вот. Ну, я так перекинул мостик глобальности, чтобы уже такое видео было наполнено. А сейчас я переоденусь в рабочую одежду и пойду возить воду. Вот как-то так, друзья. Готовы вы биться за свою мечту? Помогай Бог. Спасибо моим наставникам. Благодарю Татьяну Николаевну Булавчик. Булавина. У меня просто одна фамилия есть. Владимир Михайлович Булавчик с Хабаровска. Вот я вспомнил. Татьяну Николаевну Булавину благодарю за то, что она мне 5 суток подарила своих консультаций. И я с ней советовался, да. Вот. И я получил вот эту обратную связь, как люди воспринимают. Трудно люди воспринимают, честно вам скажу, трудно. Но если вы любите людей, и если ваши риски, вы знаете, вот как я хотел пойти на войну, там риски, можно не вернуться. Понимаете, здесь рисков меньше. Здесь их почти вообще нету. Вы свои деньги вернете, потому что наставник работает, ему нужнее деньги, чем вам. Понимаете? Но один раз он на вас посмотрит, халяву вы получите, второй раз на вас посмотрит халяву, а третий раз там есть еще это...
когда мы, как называется, бронируем место, да, вот как мне посоветовали забронировать место для жены, да, вот, у меня сейчас комбинация, посоветовали забронировать место я, вы для жены. И система работает слева направо, ставятся люди, да, вот такую штуку я еще забыл вам сказать. Поэтому вы можете забронировать место, и эти места будут за вами. Ну, там такие фишки есть. Ну, там много есть фишек. Смотрите, это предпринимательство. И по большому счету никто не обязан рассказывать секреты. Понимаете, вот как вы, какие фишки придумаете. Смотрите, закон 135-й есть, который защищает эту деятельность. Лицензия есть. Алгоритмы есть. Программисты все придумали. 4 года это уже есть. 2 года мой наставник, да. Наставник есть. Все, широка страна наша родная. 200 стран с суверенитетом, 10 стран, 200 стран с суверенитетом, 10 стран без суверенитета. 8 миллиардов населения. 300 миллионов русскоязычных людей. Интернет нам в помощь. Одноклассники, Фейсбуки, соцсетя. Общайтесь, друзья. Если я вам интересен, плюс 7-924-123-2444 с WhatsApp, с Телеграмом, плюс 7-914-974-45-45. Mr67@mailo.ru, майловская почта. BL маленькими английскими буквами 44, G это как D вниз, 2011, Skype. Ну все, я вам показал, объяснил, что у меня склад ума координатора. Я даже без денег работал. А если мне деньги получится? Но здесь надо только выдержать вот это испытание деньгами. Вот, чтобы в семье все было хорошо. Все, час времени, все хорошо. Слава Богу, спасибо всем.